Балаклава, 4 ноября 2016 год, день единства России. Мы на природе. Мы в природе! Да, иди наверх. России! Пойдем по лестнице. Для тех, кому тяжело позаниматься по ступенькам длительное время с такой красивой бухты, можно посидеть на лавочке. Есть специальная лавочка. И передохнуть. Дельфин? Где дельфин? Вот, смотри. Где? Вот они, черная. Да, дельфины? Да, я видел сколько. Вот она. Поехали за грибами в наш лес. А в нашем лесу ничего нет. Вон они точно. Есть дельфины. Вот она. Да. А у тебя... Есть утки, да, ныряют тут прям в воду. Бакланы, чайки, утки и дельфины. Что, идемте дальше? Я хочу на пальмы. Ой. Вот такой подъемчик. Тут целый день можно стоять и смотреть на дельфинов. Давайте наверх пойдем. Вот. Такая вот дорога. Смотрите, дети у нас сами поднялись. Какое шикарное место. Можно отдыхать тоже. Прям под... под можжевельником. Можжевельник растет. Такая лавочка. Такой вид отсюда. Вообще тепло. Ветер тут прикрыт. Так классно. Вот такой обрыв. Вот такая вот бухта. Балаклава. Крепость. Мам! А! Куда идем? Прогуляться в море, ребята. Закрытый катерочек. Ребята, катеры море. Скорость на катере. Классно, здорово. Тысячу рублей по аренде за этот катер. Вот это море. Я когда такую тему наблюдал по кухне. Хорошо, далеко были. Не мог понять, были хорошие. Я хочу покататься на корабле, мама, открой! Я хочу покататься на корабле! Такая вот бухта, как мой сын сказал, бухта приключений. Красивая. Катеров просто очень много. Очень много катеров. На чем ты хочешь покататься? Ты только что наверху корабли. Возле моря была. Корабли. Причалы. Дельфины были, Саша? Да. Мама, мама, мама! Дай лук! Мама, мама!
прогулка на катере? Часовая прогулка 1000 рублей за весь катер. Ага. Вот хоть одна вы, хоть 5 человек вас сели. Я вам расскажу историю Балаклавы. Хорошо. Открытое море вы сделаете. Спасибо, ага. Нормально, в принципе, 1000 прогулка. Куча ресторанчиков, магазинчиков, барчиков. Давай? Как делаем? Очень красиво наверху. Мороженое? Крепостные стены, башни. Сейчас осень, а по весне там очень такое живописно и много-много растет чабреца. Запах просто прелесть. Еще там есть такое растение, как крымская железница. Еще его называют чабан-чай. Осенью можно просто гулять и смотреть на уточек, да? Вот такое еще одно развлечение. Насколько уточек много. Тут, наверное, кормят, они так собираются. Свежесловленная рыбка, 250 рублей килограмм, продают рыбаки. Воду! Куда идем, Слав? Куда ты меня так тянешь? 250 рублей для ставритки дорого. Для свежего поймана. 120 рублей? Мне кажется, ты сейчас за 125-120 рублей вообще ничего не купишь. Нет, нет, фактически так оно и есть. Хочу купить галфон. Филе должно быть. Туда свежезаморожено. Ага. Люблю. Понятно. Я буду... Ну, тут, наверное, рассчитано все-таки на отдыхающих, чтобы приехали, свеженькой рыбки купили. 250 рублей. Тут, в принципе, где-то ресторанчик есть, свежую рыбку уже готовят сразу. Его все хвалят очень почему-то. Куда ты меня тянешь? Сачок купить. Сачок? А зачем тебе сачок? Ну, чтобы ловить. Рыбу будешь ловить? Да. Ну, рыбу сачком не ловят, ее на удочку ловят, Слав. Ну, посмотри, кого, на удочку прям рыбку поймал, вот тут вот? Не, не на удочку, а на сачок. Да. Ну, тут... Ой, а какая прозрачная вода, а, кстати, там ставритка, вон она плавает, да вот тут вот буквально. Тихо-тихо, Данил. Ой, Слава. Хочу. Вон она плавает. Мама, мама, мама. Прозрачная водичка такая чистая. Да, нет, сачок я покупать не буду, потому что на сачок мы много все равно не поймаем. Поймем. Да и ловить нам ее не во что. Сачком мы ловили креветку на этом. А потом так прикольно, слушай, все такое занятие на море. С детьми увлекательно. Доставка на пляже, выход на пляже. С бухты в море. Ау! Так, меня кто-то сейчас руку это просто оборвет мне. О, какие кофты классные. Сейчас поедем, погуляем. Да поедем, ничего. О, смотри, какая кофта классная. Вот. А почем такая кофта? 2,5. Вообще супер. А почем вообще с Путиным? 400. Я за 2000 покупала... Без рукавку. Кожаные с утеплением и без. А эти потом какие жилеточки детские. Жилетки хорошие. Да, все есть. И носочки, и варежки, пожалуйста, и боссы, и перчатки. Угу. Все есть. Балки. Лен, ну,
Слав, ну мне руку оторвешь. Да, я посмотрю. Вот три собачки играют. А, такие игривые собачки в балаклаве, да? Какие они хорошие. А что они кусаются?